действие игры Blood and Magic происходит в мире Forgotten Realms. Знатоки фэнтези отлично знают этот сериал и мгновенно поймут, что никаким новомодным штучкам в игре места не найдется. Главный герой игры становится могущественным колдуном, и его основной ресурс — это магическая энергия. Из нее можно штамповать роботов, этаких довольно тупых и малопригодных к практической деятельности существ. Когда роботы предоставлены сами себе, они превращаются в пирамидку и начинают порождать себе подобных. Вы можете гонять роботов по карте, исследовать ее и даже драться. Нескольких роботов методом трансформации можно превратить в сооружение. Дальнейшее развитие сюжета будет зависеть от вашей выдумки и смекалки. От известных ролевых игр, входящих в серию Forgotten Realms, были взяты не только существа, но и некоторые заклинания и магические предметы. Авторы блестяще справились с невозможной, казалось бы, задачей – преобразовать ролевую игру в стратегическую, не потеряв при этом богатство содержания и игрового интереса. На сегодня все. Мы желаем...